сегодняшний день таких дел три. Три? Одно дело расследует служба безопасности. Другое дело расследует налоговая милиция. И третье... СБУ расследует дело по поводу 405 миллионов, о которых мы уже говорили. Совершенно верно. Правильно? А налоговая? Налоговая милиция расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Угу. Как директором фирмы ЕСУ Тимошенко, так и гражданкой Тимошенко речь идет об уклонении от уплаты налогов как физического лица. Угу. Кроме того, речь идет о хищении бюджетных средств компании ЕСУ и Юлии Владимировны Тимошенко при возмещении НДС за счет средств бюджета по фиктивным документам. Это вот то самое дело, которое было прекращено Пискуном и которое теперь возобновлено. Решение Пискуна о прекращении следствия по этому делу отменено нынешним генпрокурором. Совершенно. О чем мы говорили, да? И суммы там немалые. Угу. Это 200 миллионов, 20 миллионов, 10 миллионов. И это суммы уклонения от уплаты налогов по документам, которые были подписаны лично Юлией Владимировной Тимошенко. Либо а третье дело? Либо по ее команде. Дело. Мы сейчас вернемся еще к этому. Третье дело расследует Генеральная прокуратура. Это дело по фактам, которые я уже озвучил. Кроме того, есть дело уголовное по факту покушения на дачу взяток членам Верховного суда. Подожди, а это что со стороны Юлии Владимировны Тимошенко. Есть дело по факту нападения на Черниговский следственный изолятор и избиения полковника, руководителя. Подожди, это уже не три дела, это уже пять, я насчитал. Ну, мы сейчас будем о терминологии говорить долго. Уголовное дело – это папка, в котором накапливаются материалы о совершенных преступлениях. Так вот, в одном уголовном деле или в одной папке может быть, могут быть материалы по 10 преступлениям или по 10 уголовным делам.